Тебе нужно будет замерить напряжение в каждом из элементов безопасности. Будучи программист Сергей Саковский покуль на занятках и уже, так бы мовить, на низком старте. До отправления в Сочи усяго несколько годин. Новина об тем, что он опынулся у лику обраных, хлопца провела у захопления. Честно, сердце забилось, потому что событие масштабное и очень хочется в нем принять участие. Отримать билет на фестиваль было довольно непросто. Оргкомитет отбирал наилепших. Сергей подал заявку, зарабил самопрезентацию, написал эссе, чем организаторов и уразил. В первую очередь в своем эссе я делал отсылку на такой культовый фильм, как «Гости из будущего». И там была замечательная песня, которая описывает весь этот смысл, а что сегодня для завтра сделал я. И вот эта вот фраза в этой песне меня зацепила. И я пронес ее не только через смысл фестиваля, в том, что написал в эссе, но и в целом именно эту мысль мне бы хотелось донести до всех. Для того, чтобы построить классное, светлое будущее, нужно постараться именно сегодня. Разом с Сергеем на молодежный фестиваль у Сочи едут больше, як 50 человек из разных кутков Гомельской области. У целом белорусская делегация – это больше за 600 человек. Склад максимально яркий, творчий и представничий. Это школьники, студенты, лицеисты, медики, спортсмены, музыканты, нафтовики, молодевые лидеры и, вядома ж, блогеры. Вось, до речи, некоторые из них уже ведут трансляцию с места отправления. Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Краснодарском крае, нас зовет, мы спешим в ожидании ярких эмоций, впечатлений. На протягу 7 фестивальных дзён на сонечным российским курорте запланована широкая программа. Гостей из усяго свету, а их больше за 20 тысяч человек, разместят на федеральной территории Сириус, якая была створена для развития олимпийского руху. Спис краин-удельниц, до речи, не обмежаваны. Фестиваль разделен на различные площадки и зоны. Это и культурная, и развлекательная, и научная. Это и выставки, и различные тренинги, вот, спортивные мероприятия каждый день. Одной из основных тем фестивалю будет тема войны и миру. Раскрывают интригу организаторы. Вырашать любые конфликты дипломатичным шляхом – сегодня актуальная тема сусветного масштаба. На сегодняшний день самое главное – это действительно находить какой-то общий язык, налаживать контакты, а не их обрывать. Вот. И общаться молодежи, давать возможность находить единомышленников и общаться на какие-то общие темы. Поэтому каждому, я думаю, найдется занятие по душе. Белорусы уже готовы приступить до приемной и корыстной пригоды. До мэты засталося каля суток у дорозе. Сочи, жить, поле, пути! Ирина Дробышевская, Сергей Комков, Сергей Жиленко, телерадиокомпания «Гомель».